Всем привет, с вами тот же. И сегодня мы с вами будем смотреть обзор на самого учителя английского языка и готоводитель с английского. Вот такой вот английский язык. Тут США, флаг, точнее герб Матвеев. Ну, самый лучший самоучитель английского языка для ленивых. Вот, плюс CD, это там диск. Вот как раз тот самый диск. Ну, тут нет ничего интересного. Там слова, предложения для перевода, правила всякие и разные другое. Далее у нас идут коты-воители. Вот наши коты-воители. Вот они, так тут плохо видно, так как я уже вечером снимаю. Тут, короче, Эрин Хантер, судьба небесного племени, коты-воители, решение. Вот такие котики нарисованы. Я их, конечно, не запомнила всех. Знаю, что там есть Огневив, Бич, еще там Северная, там... Или там, я уже читала там немножко, там по головам, я точно не знаю, сколько там глав. Но почитаем и увидим. Мы очень куда ходили, накупили целую гору всяких вкусностей, всякого другого там хлама. Вот. Вот такое вот маленькое видео получилось. И вот дела. Ну, на подоконнике, чтобы хотя бы было видно книгу. И хотя бы что-нибудь было, хотя бы видно. Обращайте внимание. Вот камни и денежки там. Вот такие вот дела. Ну, а с вами я прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.